И сейчас расскажу попутно, расскажу историю с коленями. Как, скажем так, физика связана с биоэнергетикой. То, что я вам сейчас показываю, как работать, включая определенные зоны, снова регенерировать их, это больше машина. Это все, что касается налил бензин, налил правильно, да, включил зажигание, поехал. Напомнил машине, как она работает. Это рефлексология. Все, что касается биоэнергетики, это накопленные наши ситуации, которые накоплены, естественно, где? В голове, в эмоциях, в нашей энергетике. И вот все, что касается с коленями, это связано, ребят, с нашей дорогой. Я сейчас вам расскажу очень классную историю из моей практики с коленями. Сейчас вам покажу вот эту вот зону. Зона эта находится, вот если мочевой пузырь находился здесь, то зона эта находится вот здесь, с внешней стороны. Нащупываем эту зону, смотрим, ага, твердая, начинаем массировать. Одновременно массируя, стараемся представить колено, заливаем зеленой энергией. Вот это чистая такая простая вещь. Теперь рассказываю историю, связанную с коленями. Пришла ко мне клиентка, и она вообще-то пришла на массаж по спине. Болела спина, тянула поясницу. Ну, у меня есть курс по спине, я всегда говорю, спина – это прошлое, там тоже очень много всего. Кому более подробно, приходите, берите курс, он уже в записи, я проводила его как раз с людьми, которые тоже занимаются медициной, им понравилось. Что-то непонятно, всегда спросите. Вкратце, зона, все зоны, связанные, а то скажут, вот, платить. Ну, у меня просто та система, на которой я даю эти задания, да, она тоже платная, поэтому, естественно, да, обмен энергии должен происходить. Вот. Зона спины находится у нас по внутренней части. Покажу так очень сейчас схематично, очень быстро. Там есть свои нюансы, но это уже приходите на диагностику, потому что кто-то писал мне, Андрей, кажется, писал мне о зоне спины. Вот, пожалуйста, вам спина. Так. Итак, колени. Пришла она со спиной. Вот, ну, как часто бывает, ну, человек там раскрепостился, доверился, и слава богу, что доверился, и рассказал историю о том, что ничего не помогает, менискус порван, врачи ничего сделать не могут, упала во время езды на лыжах и так далее. Вот. Я начала работать с этими коленями, но я работаю так, я вхожу в коленный сустав и смотрю не только состояние физическое, но и смотрю, с чем это связано по энергетике.
я уже понимала, что человек где-то слетел со своей дорогой, дороги. Есть так называемая дорога души. Когда вы с нее сходите, то происходит разрыв. И для того, чтобы вас вернуть на эту дорогу, душа не потому, что она такая вредная, да, потому что это ее задача — вернуть вас на ту дорогу, где у вас есть все: деньги, любимые люди, ваше воплощение, ваше предназначение и так далее. И понимаете, да, уже с чем связаны ноги.